Если бы Ленинград захватили фашисты, то какой-нибудь наш современник ходил бы из нас, собирал фонд гитлеровцев деньги. То есть мы, естественно, люди ненавидели. Вот, примерно то же и происходило и с Иваном Даниловичем. Как-то в честь оккупантов им собирает деньги. То есть, кстати, ну, подходил да под казань городок. Он под
копы подкопал да под казан далеко. Слепо горле по городу показывают, но царя Ивана то поглядывают, слепо горле. Царь и великий князь сия Руси. Сия Руси челом бьет. Ha 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 ha!